Доброе утро, это доброе программа утро. «Утренний экспресс». Если вы ищете домашнего питомца, то, возможно, мы сейчас вам покажем того, кто вам нужен. У нас сегодня кот абсолютный антистресс. Так, да, ну, друзья. И вместе с котом у нас в гостях Анна Вайф. Анна Вайф, руководитель благотворительного фонда зоозащиты. Аня, доброе утро. Доброе утро. Это что за вот это за болотная такая очаровательная кочка? Это кот антистресс, все правильно. Зовут его Джованни. Опа. Это итальянец, что ли? Ну, он из Башкирии, но когда у нас волонтер, который отдает имена всем кошкам, увидела его, она говорит, так это же настоящий Джованни. Я говорю, ладно, не будем спорить. Джованни так Джованни. Джованни из Башкирии, да, нормально. Из Башкирии. Его привезли наши давние знакомые, которые вообще из Башкирии нам ни одного уже кота поставили. Так получилось, что они отдыхали в одном из санаториев, и там вот этот вот данный парень искал ласки у всех, а вот теперь он здесь ищет ласки. Ему, в принципе, без разницы, лишь бы его вот миловали. Слушайте, хоть в узел завязывали. Настоящий итальянец. Настоящий итальянец. Неважно кто, это... главное, чтобы гладили. Слушайте, а он поет? Настоящий итальянец должен он петь? Он поет, ну, так он громко, как настоящий итальянец, он еще не то научился. То есть он на пианиссимо только, да? Да, он мурлычет. Так, бельканто, да. Его наши юные гости, когда к нам приходят в наше кота-кафе, они его называют кот-валяшка, потому что его вот так вот можно затронуть, и он вот так падает, подставляет живот. Поэтому, ну вот вы видите, все, он говорит, все что угодно делайте, только, пожалуйста, делайте. Не останавливайтесь. Да, в узел завязывайте. Сколько ему? Он что? Молодой, кот так. Молодой, где-то максимум 1,5 года. Он обследован полностью, вакцинирован дважды, все как полагается, кастрирован не так давно и полностью готов к пристрою. Парень воспитанный, ходит в лоток, очень-очень умиротворенный, очень дружелюбный вообще со всеми абсолютно. Какие-то предпочтения в еде у парня есть? Он кушает сухой корм хороший. Вот. Я думаю, он, конечно, там ему в Башкирии не приходилось выбирать, наверное, понятно, в пансионате, чем накормили. Но мы стараемся, чтобы вот такая шуба была всегда в хорошем состоянии. И вообще кот себя хорошо чувствовал. Мы, конечно, кормим хорошими кормами. И подыскиваем людей, которые будут и продолжать это делать. Да. Поэтому вот кому нужен вот такой кот-антистресс, ты пришел после работы, уложил на колени. Вернее, он тебя, наверное, мне кажется, уложил. Он тебя уложил. Ага. И вот так вот может продолжаться бесконечно. Его можно взять вторым животным. Он не боится ни собак, ни кошек. Он не дрочливый, не воинственный. Он со всеми дружит. То есть он, правда, есть, вот так вот валяется? Да. Вот все. Птичек ловить не будет. Птичек у нас нет, слава богу. Мы на птичках его не проверяли. Но, по-моему, не очень он... Слушайте, ну это же... Охотничий инстинкт у нас отсутствует, да? Подожди, у парня операция недавно была. Поэтому... Там вот Джованни у нас вот такой вот... Видите, ему нравится. Он сразу же коготки свои вот так вот... Ай, хороший, прям хороший. Слушайте, ну правда. В общем, очень хочется, чтобы... Ну, у нас он не единственный, хочется сказать, что у нас есть вот такие, не, всякие. Не, ну вот это прямо, это же класс. Вот ты приходишь домой. Такого у нас давно не было. Сходил в лоток, сам поел, приготовился, да. Встретил после работы. Сказал, ложись, мой хороший, я тебе помурлыкаю. Да, ой, ну прямо чудо, а не кот. Вот поэтому. Итак, кому нужен кот, пожалуйста, вот контактный номер телефона 8-912-26-59-470. Все, обращайтесь. О, Джованни, Джованни, а может мы с тобой посмотрим сюжет, как отдыхают люди на Кипре? Он не против. Ты, конечно, из Болгарии, но на Кипре говорят. Из Башкирии. Из Башкирии мы итальянцы. Из Башкирии. Ну, а мы... Чемоданное настроение. Смотрим, как у нас там на Кипре дела.